романтический режим, я начал насвистывать нашу песню, но не знал, что моей жены не было в доме. Я шел один. Меня зовут Роман Умельцев, и я хочу поговорить с вами сегодня о тех, кто устал ходить в одиночестве. Давайте смотреть правде в глаза. В жизни такое случается. Бывают моменты, когда ты действительно хочешь, тебе действительно нужно, чтобы кто-то пошел с тобой, а рядом никого нет. Либо их нет совсем, либо они не могут. Иногда люди, которые заботятся о нас, хотели бы пройти с нами через то, через что мы проходим, но они просто не могут. Они не понимают, они не знают, как помочь. А вот слишком заняты своими проблемами, или их просто нет рядом, или еще сотня причин. Возможно, сегодня вы просто устали ходить в одиночестве. То, что я собираюсь сказать сейчас, может показаться слишком нереальным, чтобы быть правдой, но я бы не стал давать вам ложных надежд. Не придется ходить в одиночестве. И причина, по которой вы больше никогда не будете одни, это не пустая надежда. Она заключается в том, что не зависит от любви какого-то человека, который может быть рядом, а может и не быть. Она зависит от любви сотворившего нас Бога, который всегда может. Послушайте это обещание Иисуса Христа. Евреям 13:5. На этом отрывке на сегодня из Божьего Слова. Там написано: «Я никогда тебя не оставлю, никогда не покину». Он говорит «никогда». Он предлагает нам любовь, которая никогда не оставит тебя. Вот некоторые из последних слов Иисуса на земле тем, кто принадлежит Ему. А я буду с вами все время. 28:20. После перечисления всех мыслимых сил на земле, на небе или в аду, которые могли бы отнять его любовь, в послании к Римлянам 8:39 говорится: «Ничто во всем творении не может отлучить нас от любви Бога во Христе Иисусе нашем Господе». Никаких исключений. Не существует такой ситуации, в которой Иисус и его любовь не будет.